Это «Новости в форме». С вами Анна Чижелитаж. Добрый день. В соединениях и воинских частях Вооруженных сил Беларуси новое пополнение приняло военную присягу. В торжественной обстановке клятву на верность Родине произнесли около 7 тысяч военнослужащих. По традиции в церемонии участвовали представители Министерства обороны, ветераны, родные и близкие военнослужащих. Посмотреть полную версию сохраненной трансляции можно на YouTube-канале ВНТВ Беларуси. В спортивном комитете вооруженных сил прошла отчетно-выборочная конференция по стрелковому спорту. В ней приняли участие представители Министерства обороны, Национального олимпийского комитета, Государственного совета безопасности, тренеры и спортсмены. На встрече обсудили вопросы развития материально-технической базы, подготовки спортсменов к Олимпийским играм и обучения молодого поколения стрелков. В Минске состоялось чествование победителей и организаторов конкурса «Уверенный прием армейских международных игр 2021». Лучшие военнослужащие награждены грамотами и ценными подарками от начальника связи вооруженных сил генерал-майора Олега Мищенко. Уже 2 года подряд в состязании связистов сборная Беларуси занимает первое место. Это были новости в форме. Смотрите нас завтра на YouTube-канале ВНТВ Беларуси и в наших социальных сетях. До встречи!